Давайте для плохого сна я все советы вам дам, все, что я знаю. Поза бабочка – раз. Длительная ходьба – два. Она расслабляет и улучшает сон. Или бег, но не вечером, а только утром. Вот. Дальше, перед сном вечером полчаса 40 минут теплая, не горячая, не холодная, теплая температура тела, ванна, которая расслабляет и успокаивает. Следующее, горячее молоко за час до сна с липовым медом. Ну, то есть натуральным, но липовым. Понятно, да? Вот, горячее молоко обязательно и мед. Молока надо пить немного, не надо упиваться им, иначе оно не переварится. Значит, следующее, что помогает заснуть. Не смотреть на ночь телевизор. Если хотите заснуть, можно включать медитативную музыку перед сном. Но не перед самым сном, а чуть пораньше. И музыка, чтобы это там... Ну, медитативная такая музыка. Всякая. Space там был, Зодиак такие. Там Space, Зодиак такие ансамбли. Найдите, раньше были. Это медитативная музыка, она успокаивает.